Сегодня у нас 5 августа, вот Виктор Николаевич, дети прощаются, уезжают во Францию, улетают они с их семьей. А что мы на следующий год, Виктор Николаевич, мы приедем? Если даст Бог. Даст Господь, Бог сподобит, мы приедем обязательно. Да. Мужичка, опять котенка притащила. Ваши братья понравились, сестры понравились. Очень хочется, чтобы быть всегда со Христом. Я думаю, с Игнатием Николаевичем. Если Господь позволит, то может школа и будет дальше. Ну дай Бог. Вот еще учитель по циклу. Ну ладно, ребята, молитесь. А как мы будем без Богом, брат? Без вас костра не будет. Ваша семья. Ну почему без нас костра не будет? А кто за дом забивала? Дядя Игоря будет офигать. Ой, сестра его из пригорода. Ага. Песнопение, мотив-то вы уже знаете. Конечно, без гитары. Костер не костер, но хотя петь можно было. Ну что это уже без костра вы решились? Это вы рано. Батюшка, когда узнал, что 22-го прилетаем, это получается на Иоакима и Анну. Это у него день ангела. 21-го, да? 22-го. 21-го Рождество Пресвятой Богородицы, 22-го Иоакима и Анну. Вот. То он говорит, это какое-то знамение самого Байса. Слава Богу. С Богом. С Богом, брат. Не уезжайте, милый.